Друзья, всем привет! Сегодня 13 декабря 2023 года, и мы будем пробовать сделать упаковку плащ-защиты плюс 8. На мне сейчас надет плюс 7. Погнали! Так, во-первых, давайте разберем, в чем разница между плащом защиты плюс 7 и плюс 8. ХП прибавляется и МП по 2%. Сопротивление атакам из лука 3%. Бонус опыта здесь 20, плюс здесь 25%. СП то же самое, физзащита 2%, сила всех крикота тоже 2%, кстати, это, не, я считаю, немало, потому что если, например, кольцо королевы муравьев дает плюс 10, да, третье, оно стоит в районе 20 тысяч рублей, то здесь 2% получить можно даже, в принципе, за 1000 рублей, ну, если повезет. Так, ну, плащ защиты 9 рассматривать не будем. Все, давайте тогда переходим к заточке. Итак, свой плюс 7 я решил все-таки не точить, потому что он нам необходим будет для коллекции. То есть мы сейчас тогда давайте открываем 3 сундука. Готов максимум потратить 3000 рублей. На эти 3000 мы покупаем себе печати Герана. Получается у нас 1000 рублей это 2, то есть мы покупаем себе 6. 24 тысячи эль монет. Печати Герана всегда пригодятся в любом случае. Открываем их. И у меня их аж целых 935. У меня было до этого, кстати, там совсем немало тоже. То есть я надеюсь, что должно получиться. Значит, смотрите, 10%, да, вероятность, что получится. По теории вероятности, если мы делаем 10 траев, то должно получиться с вероятностью 65%. Если не получается, то мы попадаем вот в эти 35%. Будем делать по одному. Первый не пошел. Второй нет. Третий нет. Четвертый нет. Пятый! Мне безумно повезло, всего лишь с пятого раза я попал в эти 10%, и у меня осталось огромное количество еще печатей Герана. То есть, какое количество? 815. Они в любом случае нам пригодятся, потому что будут акции, когда эти печати будут нужны. То есть, что мы сейчас делаем? Мы вытаскиваем вот этот, одеваем свой плюс 8. И плюс 7 закидываем в коллекцию. Для коллекции этой мне необходимо теперь подвеска Нехасад, уровень 3. Все, ребят, в принципе, очень рад. Последнее время мне очень сильно везет. То есть с 5 траев всего лишь я попал вот в эти 10%. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.